Ребята, ну, самое главное, это с победой. Здесь вопросов нет, молодцы. Но очень много в этой поездке хорошего было. Запоминайте вот это. Тяжелая поездка, 100% результат. Много разных было тяжелых ситуаций у вас. И вы все вместе держались, не переводили стрелки ни на кого, а выходили и бились до конца. И поэтому приходят победы. Трудные, но очень важные. И для коллектива, для команды это очень важно. Всех с победой, все молодцы. От разминки до последней минуты сегодня мишура. Мужики, спасибо за самоотдачу. Вот в таких, наверное, тяжелых поездках, да, коллектив сплачивается. Давайте продолжаем так же набирать обороты и только вперед. Иван, с победой. Пару слов по игре. Спасибо. Хорошая игра. От ножа. Все хотели победить сегодня. Удачливы оказались мы и забрали 2 очка. В целом, давай итоги поездки на Дальний Восток подведем. 4 игры из 4, по-моему, достойно. Да, и уже никто не вспомнит качество игры, как играли. Забрали 8 из 8, поэтому все довольны, едем домой отдыхать. Про свой гол расскажи. Все равно Амур для тебя твой прошлый клуб. Наверняка принципиально было тоже сегодня забросить. Действительно, важно было забросить и победить. Хорошо разыграли комбинацию. Ваня Телегин закрыл вратаря, не видел он. Мне оставалось только попасть. Андрей, с победой. Комментарий по игре. Спасибо большое. Ну, очень, наверное, такая важная победа с психологической точки зрения. 8 из 8 забрать, да, на Дальнем Востоке это непросто, но мы это сделали и доказали, да, что мы единый кулак, единая команда, и каждый за каждого готов бороться, биться, и если мы все вместе, то нам, наверное, все по плечу. Ну, наверное, всегда выезд на Дальний Восток можно назвать таким преодолением, но в этот раз получилось на все 100%, даже больше. Да, это действительно, это правда непросто. Во-первых, разница во времени. Ты живешь все равно по омскому времени, чтобы не перестраиваться, чтобы не было акклиматизации. Тяжело ложиться спать в 3 часа ночи по местному времени, просыпаться в 12, там, в час дня. Но ничего страшного. Я говорю, самое главное, что мы оказались к этому готовы и будем продолжать дальше. Некоторое время пропускал, но сегодня вернулся, отлично отыграл, получил джойстик. Тоже про свою игру, что можешь сказать? Доволен сегодня всем? Да, самое главное, победой доволен и доволен тем, как выкладывалась команда.